Всем привет, это Изумичан. Меня зовут Дома, Изумичан Дес. Не пугайтесь, сегодня видео на русском языке. И сегодняшнее видео будет о таких немножко стесняющих меня вещах. Это мои какие-то ошибки, а скорее даже не мои ошибки, а недопонимание со стороны японцев, что я говорю. И я, может быть, пытаюсь сделать оправдание, что нет, у меня хорошее японское произношение, это не моя вина. Но да, я реально так считаю, что это не моя вина, то, что меня неправильно поняли. Это все их вина, японцев. Это они не знают японский язык, они я не знаю. Как вы знаете, я приехала в Японию совершенно без знания японского языка, изучала его с нуля в языковой школе, про это я делала видео, можете посмотреть. Но мои проблемы с какими-то недопониманиями, конечно, были и тогда, когда я не знала японский язык. Но самое смешное и обидное, это, наверное, то, что у меня были самые странные недопонимания именно тогда, когда я уже нормально говорила на японском языке. Буквально пару дней назад была вот третья, про которую расскажу. Недопонимание, которое меня просто загнало в такую краску перед всеми. Ну что ж, начнем. Свой стыд. Дали где рассказывать. Как-то при разговоре с мамой моего мужа у нас произошло такое недопонимание. На японском языке есть слово, которое обозначает вакавакаши. Звучит оно как вакавакаши. Ва-ка-ва-ка-ши. И я признаю, что у меня не идеальное произношение в японском языке, это понятно, я тут не так долго живу. Но ва-ка-ва-ка-ши, слышите ли вы здесь буквы Б в этом слове? Потому что, когда я разговаривала с мамой моего мужа, она мне только познакомила с какой-то своей подругой, которая меня впервые видела, я была такая очень вся счастливая, иностранка, вау. И я тогда только буквально, это было сколько, очень давно это было, я только выучила это слово вакавакаши, которое обозначает быть живым таким, как вот это применяется к людям уже в пожилом возрасте, о людях, которые уже не молодые, не подростки, но ведут себя довольно так очень жизнерадостно, в общем, энергичные. Это слово вакавакаши, от слова вакай, в общем-то, что обозначает молодой. И я только недавно выучила это слово, и я решила применить в разговоре, когда подруга мамой моего мужа ушла, я маме мужа сказала, что ваша подруга очень вакавакаши. На что она посмеялась, посмотрела на меня и такая: «Бака-бакаши?» «Бака-бакаши» обозначает, что оно очень похоже, может быть, по произношению, но там «б», «б», «ба», «бака». То есть «бака» многие знают из аниме, это «глупый». Поэтому это обозначает, что очень глупая, такая странная подруга. Я сказала маме моему мужу, что ее подруга странная и глупая. При том, что я сказала ей ва. Как мне было стыдно. Второе мое не менее стрёмное недоразумение. В этот раз оно было и с папой Йоши, и с мамой Йоши, и с Йоши вместе. В общем, вся семья над мной смеялась. Я поняла, что, видно, для японцев очень тяжело распознать наши русские «п» «в» от «б». То есть, как в примере с «вака-вакаши», где я говорю, реально говорю «вы», они слышали тогда «бы». То есть, проблема, да, наверное, в моем произношении, но нет, это их проблема, нет, это не я. И дело было 11 ноября. Думаю, кто-то слышал, что 11 ноября — это 11-11, потому что 11 месяц 11 числа. И это день покки в Японии. То есть, покки — это такие японские сладости, вот такие вот, многие, думаю, видели в аниме. И перед выходом в языковую школу стоит вся семья Йоши, и я им говорю: «О, точно, сегодня же день покки!» И мама Йоши начинает смеяться. Мама Йоши очень с таким хорошим юмором, кстати. И они услышали букву «б» в этом слове. Для тех, кто не знает, что такое «бокки» в японском языке, это обозначает «стояк». На что мама Йоши сказала: «А, точно, могло бы быть и день стояка!» Мне повезло, что у меня у родителей мужа очень хорошее чувство юмора. Поэтому не путаем покки и бокки. И третье мое недоразумение произошло буквально недавно, на днях, с Йоши, с моим мужем. И это было очень забавно, потому что здесь это уже не моя ошибка. Это не моя ошибка, не мое произношение. Нет. Нет, серьезно, нет. Потому что я сказала Йоши, что я иду с друзьями делать компе. И компе в
в японском языке это сокращение от слова competition, то есть из английского competition, что обозначает конкурс, розыгрыш, соревнование. И поскольку я учусь в творческом университете, у нас довольно много всякой разной такой деятельности, когда мы придумываем какие-то работы, продвигаем их на эти соревнования, конкурсы, пытаемся выиграть какой-то приз. И я с полной уверенностью, что он меня понял, говорю ему «Компе иттекимас нет, компе кё яримас ё». И ухожу. Возвращаясь вечером после университета, часов 8, потому что мы после университета еще остались делать компе, возвращаюсь домой, и мой муж такой на меня: «Ну как компе прошел? Ну как компа прошла?» И я такая: «Компа? Компе? Компа? Нет, компе». И тут я понимаю, что он имеет в виду что-то совершенно другое. В конечном итоге я поняла то, что Йоши просто не поняла, что такое компе, потому что для меня компе — это обычное японское слово, которое я выучила в университете, а обычно японцы его не используют. Это не то, что совершенно какое-то специфическое слово, но те, кто не связан с искусством, с университетами, его и не особо знают. Поэтому Йоши воспринял мое компе как компа. А компа в японском языке обозначает, когда вы идете там 5 мальчиков, 5 девочек вместе идут на групповое свидание в караоке либо куда-нибудь еще. Думаю, вы тоже это видели в аниме. Это называется компа. И меня муж на это отпустил. Вот такие у меня были 3. Их было вообще по идее больше, но 3, которые самые такие для меня были стеснительные случаи, когда у меня были реальные недопонимания с японцами. Да. Но это очень хорошо, потому что ты учишься на своих ошибках, я все время пытаюсь себя так утешить. Поэтому надеюсь, что вам было весело, надеюсь, вам понравилось это видео, запоминайте хорошие слова, а не плохие из этого видео. Всем большое спасибо за просмотр, всем пока! Всем большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал Изумичан Channel, а также мою группу ВКонтакте «Япония изнутри». Еще у меня есть Инстаграм и Твиттер. Подписывайтесь, а свои рисунки с надписью Изумичан Channel присылайте мне в альбом в группу ВКонтакте. Ссылки на все это есть в описании видео. Всем пока!